Вы бы согласились взять сердце любимого человека, даже если это ваш единственный шанс выжить? Или что бы вы почувствовали, услышав биение сердца любимого в теле другого человека? В то время как в больнице ищут ответы на эти вопросы, неожиданно Элюль подвергается опасности, когда прибывает подарок от Джихана. На этот раз Алиасов ради любимой женщины взвалит на свои плечи еще тяжкий груз. Элюль, которая шаг за шагом готовится к свадьбе, впервые послушается Алиасов.